Всем привет! Киев, с самого утра валит снег. Да такой снег! Короче, идем и ловим снежинки ртом. А хрустит-то как? О, тут же люди прошлись, потоптали. Это что-то, это сказка. Пройдемся по пустырю. Так хочется пройтись просто по-человечески по снегу. Быть первопроходцем. Тут какая-то тропинка. Вот так. Хруст снега. Посмотрите, как травы красиво выглядят. Красота. Высотки видно. В общем, вот такое вот. Это мои следы. Так что декабрь. Время снега. Сезон снега. И сезон чая. О, кстати, сезон чая. Хорошее название для канала. Посмотрите. Снег ложится и не тает. Так и хочется петь. Какой чудесный день. Какой чудесный. Просто какая чудесная песенка. Не, пней тут нету. Посмотрите. Все, вот такое вот. Чудеса природы. О, вороны. Не к добру. О, а тут люди выгуливают собачек в любую погоду года. Вы посмотрите, гоняет. Красота. Это оболонь. В общем, такой вот снежок. Сейчас посмотрю. О, какой рыхленький. Всем хорошего дня. В Киеве снег, а у вас